Вот он, город грехов начинается, MGM казино, Studio City с этой известной, этой самой, колесом обозрения, только в виде восьмерки. Многие китайцы считают, что восьмерка это, ну, восьмерка вообще в Китае это цифра удачи, приносящая удачу, поэтому многие перед игрой заезжают туда прокатиться. Вот. А вот парижанин с настоящей Эйфелевой башней. Вот парижанин. Запах такой приятный здесь. И елочка вверх тормашками. Приветствую, друзья, из Венеции. Да, Венеция, только не Венеция, которая в Италии, а Венеция, которая в Китае, в Макао. Грандиозное сооружение, казино «Венецианец». Настолько грандиозное и огромное, что просто шокирует. Здесь внутри помещения сделаны каналы с настоящими гондолами. А также искусственное небо. Целый город, Венецианец, он закрытый
с улицами, множеством магазинов, площади свои, своя центральная площадь с елкой, каналы. И очень много всего. Ну и, соответственно, казино и все остальное.